Представьтесь, пожалуйста. Дорожский Денис, команда покер-сервиса. Какие впечатления от такой острой игры и много голов? Все-таки удалось. Бежать всегда приятно, поэтому довольны. Конечно, во льду подкинули себе, потому что вели там плюс два мяча всегда играли. Ну, как-то 2-0, 2-1, 3 и так, ну и так далее. То есть, поэтому команда добротная у них, играющая. Поэтому... В первом тайме так прямо весь комбинации раскидывали, а потом дали сопернику отыграться. Ну, соперник прибавил, парни-то тоже играющие все, поэтому прибавили, чуть поддушили, ошибки в обороне начали появляться, соперник воспользовался, поэтому такая обоюдно острая игра получилась с моментами и у наших ворот, и у их ворот. Сложно было сохранять такие скорости, такой градусный заброс в таком морозе до конца матча? Ну, сложно входить в заменки, потому что пока ждешь сменку, подзамерзаешь. Так, ну, как бы ничего нового. В прошлом году так же играли, привычно все нормально. Спасибо. Спасибо.